Ну а теперь мы переходим к новинке. Вот, Сергей, так приятно, что помимо полюбившихся хитов продаж, мы сегодня знакомим еще и с новым. Это органовое масло. Зачем оно нам нужно? Органовое масло – это самое дорогое косметическое масло на Земле. Да. Это самое лучшее косметическое масло на Земле. Органовое масло – это самое эффективное по своему действию, опять же, масло для человеческой кожи или вообще для человеческой поверхности. Слушай, органовое масло, его получают из дерева органы. Вот оно такое жиденькое, да? Да. Это дерево растет исключительно в Алжире и в Кении. Знаете, где находится Алжир и Кения? Это Африка. Правильно. Так. То есть это такая полупустыня, суровый климат, где вот это дерево, оно очень сложно выживает. Его еще называют железным деревом. Знаете, почему железное? То, что если его положить в воду, оно утонет. Вот такое вот сильное. Собирает один урожай в 2 года. Поэтому оно такое очень дорогое. И чтобы сделать 1 литр органового масла, нужно собрать 100 килограмм плодов. Вы представляете? Вот поэтому, но оно самое ценное, которое только может быть. А что там, что получаем мы, если используем это масло? Там огромное количество антиоксидантов, тех самых антиоксидантов, которые не дают нашей коже стареть. Его можно использовать вообще абсолютно везде и абсолютно на любой поверхности вот нашего тела. Слушайте, вот абсолютно везде. Вот вы сейчас вот намазали руки, да? Так. Если вы намажете еще и ногти, у вас укрепятся ногти. Намажу, конечно. И кутикулы вот эти, у вас не будет никогда заусенцев, если будете периодически. А ломаться ногти не будут? Вот, кстати, вот проблема у многих женщин, что ногти ломаются. Нет, не будут, потому что вот эти ногти становятся более эластичными, более плотными. Можно наносить на кожу, например, наносить на мимические морщины, наносить на кожу лица, если у вас такая сухая, чувствительно раздраженная кожа. Органовое масло, оно, вы знаете как, оно обладает таким действием мощной, сильной регенерации, противовоспалительным эффектом, обновляющим эффектом, ранозаживляющим эффектом. То есть это такое удивительное средство, которое помогает буквально для всего. Вот мы наносим на лицо. Вот прям берем масло, берем дозатором, берем и прям на морщинки? Либо прям на морщинки. Либо добавьте всего несколько, 2-3 капли масла в ваш обычный крем, который вам больше всего нравится. И действие вашего крема усилится в 3-4 раза. Слушайте, вы возьмете, можно взять расческу, нанести несколько капель органового масла на расческу, на хвостик, и намазывать, это все расчесывать себе волосы вот этим органовым маслом. Это такая вот, это будет укрепление волос, отличная защита от секущихся кончиков, для укрепления волос, чтобы они не упадали, чтобы росли. Особенно после зимы, сейчас у всех такие волосы слабенькие. Либо можно сделать маску для волос, опять же, натуральную, да. Будем делать? Давайте сделаем прямо в студии. Так, берем обычную чашу. Обычную, да, возьмем один желток. Один желток, так, внимание. Да, выливаем. Один желток, мы уже его подготовили, вот, да. Желток. Одну столовую ложку оливкового масла. Так, ну вот я сейчас вот так вот. У нас нет здесь ложки, да, на глазок. Сейчас, секунду, столовую же надо, вот, есть столовая ложка. И добавляем сюда прям несколько вообще капелек органового масла. Так. Вот так, раз. Есть. Все, и теперь все это надо взбить. Взбиваем. Так, делаем маску. Куда наносим вот мы эту маску? Вот замечательно. Эту маску надо носить именно на корни волос. Но после этого, как носить на корни волос, можно распределить по всей коже головы. Слушайте, ну а яйцо, вообще желток, масло, это же и на лицо можно? Ну, в принципе, да, ничто не мешает сделать на лицо. Я бы сделала... То есть натуральное, абсолютно, вот здесь, смотрите, 100% натурально. Но здесь самое главное. Желток – много полезных жиров. Да. Оливковое масло – тоже много жиров. Но нигде не столько полезных антиоксидантов, как в органовом масле. Нигде вообще абсолютно. И вот эту маску наносим на лицо, на кожу головы, на волосы. Потом одеваем такую специальную шапочку и можно сверху полотенце, чтобы придать такой вот эффект тепла. Отлично, я отдаю маску нашей модели. Сережа, вы покажете, как правильно наносить ее на кожу головы. И, конечно, мы протестируем. Ну, а я тем временем напомню, звонки бесплатные. Заказывайте органовое масло. Редкое, дорогое, потому что его собирают вручную. И очень много приходится вкладывать усилий, чтобы... В конечном итоге получить мы вот эти 50 миллилитров могли. 1099 рублей цена. Скидка 400 рублей. И это новинка. Осталось всего 21 предложение. Это органовое масло. Вы получаете пузыречек. Кстати, Сережа, насколько нам хватит этого пузыречка?
Эту пузыречку хватит на очень долго, потому что достаточно всего 2-3 капли масла на одно применение. Настолько сильно. Это настоящий концентрат вот этих полезных веществ, полезных антиоксидантов, витаминов, полинасыщенных жирных кислот, которые так необходимы нашему здоровью, которые в первую очередь теряет наша кожа при каких-то агрессивных воздействиях на нее и окружающей среды, либо агрессивного воздействия декоративной косметики, которую любит женщина, вот этих всяких тональных кремов, конечно, всего остального. А потом воздух загрязнен, воду мы пьем грязную, еда модифицированная. Конечно, такой идет удар на нашу красоту. Но вот попробуйте это органовое масло, вы увидите, что вот этот флакончик одного хватит, буквально там на полгода, это минимум, это точно, абсолютно. Вот, и ваша кожа, вы даже удивитесь, как если через 3-4 недели регулярного применения вы реально помолодеете, лет на 10. Вот, молодеем лет на 10, положите свою корзиночку заказа прямо сейчас.